Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Победы, с Днем нашей гордости и скорби, нашей безграничной благодарности защитникам Отечества, разгромившим нацизм. Сегодня все они на пьедестале грандиозной победы. Ради нее они воевали и трудились, прошли жертвенный путь нечеловеческих испытаний, неизгибаемой твердыней стояли в пекле сражений. Все выдержали, отдали все, что могли, и добились, выстрадали победу. С каждым годом мы все больше, острее чувствуем нравственную мощь этого беспримерного подвига. Осознаем непреходящую ценность ратного триумфа нашего народа. Именно он защитил, спас Родину, стал надеждой, оплотом для всего человечества, главным освободителем народов Европы. В истории нашей страны немало героических свершений, но на особом месте победа над фашизмом, возмездие нацистам за все их бесчинства, за то, что они возомнили себя высшей расой и развязали страшную войну. Этой обнаглевшей силе покорились многие государства, и безнаказанность застилала нацистам глаза. Они думали, что смогут также в считанные недели подмять под себя и Советский Союз, тысячелетнюю историческую Россию. Не вышло. Да, после вероломного вторжения врага на нашу территорию были и поражения, и отступления, и тяжелые потери. Но это не сломило Россию. Уже к началу июля 41-го в строй встали более 5 миллионов бойцов. Десятки тысяч добровольцев ушли в народное ополчение. Под шквалом огня на восток были вывезены сотни крупных заводов. И в невиданно короткие сроки производство было восстановлено на Урале, в Поволжье, в Сибири. «Все для победы» стало девизом тыла. Именно здесь и был открыт наш второй фронт, трудовой и героический. Его могучий арсенал действовал безотказно. Победа ковалась всем народом. Одним из первых подлый, внезапный удар захватчиков принял гарнизон Брестской крепости. Бились до последнего. Оставили потомкам на стенах цитадели надписи, от которых и сегодня перехватывает дыхание. Они звучат для нас как клятва и как наказ. Умираю, но не сдаюсь. Подвиги российских воинов в наши дни говорят о том, что этот наказ не забыт. Эта клятва принято на вооружение сегодняшним поколением защитников Отечества и является главным залогом абсолютной надежности и непобедимости русского оружия. Именно так думали и так поступали в годы Великой Отечественной войны миллионы людей, сражаясь за Родину в решающих битвах под Москвой и Сталинграде, на Курской дуге и на Днепре. Победа добывалась отвагой участников обороны древних русских столиц – Киева и Великого Новгорода, неустрашимостью защитников Смоленска, Одессы, Севастополя, беспредельной стойкостью жителей блокадного Ленинграда. На каждом плацдарме, на каждом рубеже совершались подвиги огромной духовной силы и часто совсем молодыми людьми. Среди удостоенных звания Героя Советского Союза более половины – бойцы до 25 лет. Многие уходили на фронт прямо со школьной скамьи и навеки остались там, на передовой.
не узнали счастья любви, семьи, рождения детей. Солдаты своей страны не жалели жизни ради ее свободы, ради мирного будущего, ради каждого из нас. Мы никогда не забудем их мужество и самопожертвование, ту непомерную цену, которой была оплачена победа. Склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Скорбим о ветеранах, которых уже нет с нами. Объявляется минута молчания. Дорогие друзья, память о Великой Отечественной войне, о ее правде – это наша совесть и наша ответственность. Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков. Наш святой долг – защитить подлинных героев. Мы преклоняемся перед всеми ветеранами поколения победителей. Вы живете в разных странах, но подвиг, который вы совершили вместе, нельзя, невозможно разделить. Мы всегда будем чтить всех вас, прославлять победу, которая была и остается одной на всех. Уважаемые товарищи, уроки, прошедшие войны, по-прежнему актуальны. Мы делали и будем делать все необходимое, чтобы обеспечить высокую боеспособность наших вооруженных сил, оборонный потенциал самого современного уровня. Будем и дальше укреплять престиж ратной службы, авторитет солдат и офицеров, защитников Отечества. Вместе с тем, Россия открыта к сотрудничеству со всеми, кто готов на деле противостоять терроризму, неонацизму и экстремизму. Коллективный отпор носителям смертоносных идей снова имеет определяющее значение. Мы призываем все страны осознать нашу общую ответственность за создание эффективной, равной для всех системы безопасности. Наш народ знает, что такое война. В каждую семью она принесла горе, неисчислимые страдания. Мы ничего не забыли, все помним и свято чтим доблесть солдат Победы. Это именно в их честь наши военные парады, гром салютов и колонны бессмертного полка. День Победы всегда сближает, роднит все поколения, открывает сердца навстречу друг другу. Сегодня мы не скрываем своих эмоций. И эти искренние чувства объединяют сегодня всю Россию. Мы гордимся нашей сплоченностью, рады, что вместе с нами дети и внуки, что можем передать им священную память о героических свершениях наших отцов и дедов. И быть уверенными, что их подвиг, их победы будут жить вечно. Слава народу-победителю!
С праздником вас! С Днем Победы! Ура! Ура!